Здравствуйте, уважаемые подписчики и все, кто смотрит это видео. Сегодня обзор посвящен вот такой милой, очаровательной игрушке, интерактивному роботу, а зовут его AT. Этот милый робот умеет общаться, понимает команды, танцует и поет. Сделан он из пластика, очень прочного, шероховатого на ощупь, ну, достаточно приятного. Есть имитация головы и туловища. Есть вот такие вот симпатичные маленькие ручки и ножки. Ножки сделаны в виде колес, с помощью которых этот робот может двигаться и танцевать. На голове есть вот такие вот датчики. 3 сенсорных датчика. 1 главный и 2 боковых. Боковые еще отвечают за регулятор громкости. Один на уменьшение, другой на увеличение при длительном нажатии. Сзади есть вот такая вот милая ручка прорезиненная и динамик. Ручка служит для того, чтобы, когда робот упадет, его не трогая сам корпус, можно было легко поднять. Потому что во время движения он это часто делает. Есть вот такое вот колечко, которое помогает ему двигаться. Вот здесь вот шуруп, под шурупом отсек для батареек. Здесь 3 батарейки типа А3. Кнопка включения и выключения. При нажатии этой кнопки робот издает характерный звук и начинает двигаться. Позже я вам продемонстрирую. Значит, у робота личико сделано в виде вот такого вот монитора. Здесь располагается еще 2 световых индикатора, которые в роли глаз выступают. Глазки при включенном режиме загораются разными цветами. Очень ярко смотрятся и красиво. На животике есть вот такая вот кнопка, на которой изображен микрофон. И, конечно же, не зря, потому что у этого робота есть такая функция, как запись голосовых сообщений. Записать можно 3 сообщения и, конечно же, их воспроизвести. Для воспроизведения нужно нажать очень быстро эту кнопку, а для записи долго, в течение 2 секунд удерживать. И можно записывать, загорается кнопка REC. Запись длительностью 8 секунд на одно сообщение. Одно мы уже записали, позже я вам продемонстрирую. Купили мы эту игрушку на день рождения племяннику на возраст 4 года. Производитель рекомендует эту игрушку для деток от 3 лет. Ну, раньше, я думаю, конечно, им не интересно будет, потому что ребенок должен уметь уже говорить, четко понимать и произносить отчетливо слова для того, чтобы робот его мог услышать и понять. Итак, какие же команды может этот робот понимать? Он может здороваться, то есть ему нужно говорить «Привет, идти». Он может поворачиваться налево, поворачиваться направо, идти к вам. Он понимает фразу «Люблю тебя» и на нее реагирует. Если у него спросить, счастлив ли он тоже что-то ответит. Он умеет танцевать, знает слово «музыка» и, конечно же, «пока-пока». На этом он прощается. При включении робот нужно немножко придержать. Я, конечно, вам все это позже продемонстрирую и покажу. При включении его нужно поставить на плоскую твердую поверхность. И желательно, конечно, все манипуляции проводить с ним на полу. Потому что он очень активно двигается и занимает достаточно много пространства. Особенно во время своих танцев. Если с роботом какое-то время не контактировать, то он переходит в спящий режим, независимо от того, выключили вы кнопку или оставили включенный. Но я рекомендую все равно, если увидите, что малыш уже не играет, робота отключать, иначе очень быстро садятся батарейки. Игрушка эта очень забавная, станет настоящим подарком и другом для ребенка. Этот робот всегда хочет общаться и полон любви и внимания. Ну что ж, я думаю, что пора продемонстрировать его способности.
Я буду его иногда придерживать, потому что иначе он очень у нас будет бегать сильно и от нас убегать. Привет, Эйти! Эйти! Повернись налево. Хорошо. Повернись направо. Хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Хорошо. Люблю тебя. Ты счастлив? Люблю тебя. Эйти. Люблю тебя. Люблю тебя. Так он реагирует. Ну, видимо, не всегда. Может быть, нужно говорить определенные интонации, поэтому нужно немножко потренироваться. Пока-пока. А теперь покажу вам записанное сообщение. Сообщение. Отключим. Отключим, иначе он все равно на какие-то слова будет реагировать, даже если они далеки от команд. Ну что ж, вот такая вот игрушка. Рекомендую для деток от 3 лет. Думаю, будет действительно интересно. Может быть, и даже продолжительное время. Не на один день. Ну что ж, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На канале будет много обзоров о игрушках и, возможно, не только. Вот. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.